Громкий спор между Центром международных программ и гарантами одной из стипендиаток «Балашак» завершился медиативным согласием. Наталью Воробьеву и Макпал Дарибаеву освободили от ответственности за чужой долг. Возвращать деньги государству за учебу в Великобритании будет сама бывшая магистрантка Валерия Гавриленко. Стипендиат полностью взял на себя всю ответственность, поставил, вернул залог, который необходимо было поставить. В данной части с гарантами у нас больше нет, в принципе, никаких взаимоотношений. Было достигнуто качественное медиативное соглашение в правовом поле. Ее залог полностью покрыл все, что необходимо. Она является стипендиатом, который лишен стипендии, то есть отрабатывать и приезжать ей не нужно. Напомню, гарантами бывшие коллеги Натальи Воробьевой и Макпал Дарибаева стали 8 лет назад. Получив степень магистра Великобритании, Валерия Гавриленко незаконно сняла залог с двух квартир и снова уехала за рубеж, хотя была обязана несколько лет проработать в Казахстане. Тогда долг за обучение стипендиатки «Балашак» почти 30 миллионов тенге стали требовать с ее поручителей. Не согласившись с решением суда, гаранты подали апелляцию. В результате им предложили пойти на медиацию. И вот спустя год годы споров стороны наконец-то пришли к решению, которое устроило всех. Мы все очень довольны. Вчера, когда в суде оглашали решение, представляете наши эмоции, наверное, потому что, ну, все-таки 4 года непростых переговоров, в общем, в итоге в результате завершились миром. Гора с плеч, действительно, гора с плеч. Сейчас никаких претензий у центра к нам нет, и у нас у центра, к центру тоже нет никаких претензий. Нужно знать должное и Министерству науки и высшего образования, и центру «Балашак» за все-таки оперативное решение вопроса.